Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться рецептом быстрого и при этом очень вкусного салата на каждый день. Подать можно как дополнение к обеду или к ужину. И хочу поделиться вариантом вкусной заправки, которая подойдет к любому салату, где предлагается заправить майонезом. Начнем с заправки. Берем банку, наливаем в нее 50 мл молока комнатной температуры, жирностью не меньше, чем 2,5%. Вливаем 100 мл растительного масла, не перемешиваем. Опускаем погружной блендер и взбиваем до загустения. По времени занимает 15-20 секунд. Теперь добавляем 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс. 1-3 чайной ложки соли, добавляем сок лимона, 2 чайные ложки. Добавляем французскую горчицу, примерно половину чайной ложки. И еще раз все пробиваем блендером. На данном этапе соус должен еще больше загустеть. Вот такой должен получиться в итоге соус. Берем пекинскую капусту, небольшой кочан, и нарезаем соломкой. У меня примерно 500 грамм. Капусту кладем в миску. Добавляем небольшую баночку зеленого горошка, предварительно жидкость с горошка сливаем. Добавляем подготовленный соус и перемешиваем салат. Пробуем на соль, если нужно, добавляем. Салат готов. Кладем в салатник и подаем к столу. На первый взгляд кажется, что всего 2 ингредиента, но поверьте, в итоге получается очень и очень вкусно. Рекомендую приготовить. По желанию, конечно, можно заправить такой салат майонезом. Время приготовления сократится. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!